Чувашском театре оперы и балета церемония открытия 12-го Чебоксарского международного кинофестиваля. В этом году фильмом открытия стала картина «Лили», снятая режиссерским дуэтом Ильей и Антоном Чижиковыми. Все подробности с места событий готов сообщить мой коллега Дмитрий Ковалев. В этом году торжественную церемонию открытия кинофестиваля перенесли в Театр оперы и балета. И уже через неделю здесь же вручат статуэтки «Ане» победителям. За призы поборются 28 картин. Больше всего работ заявлено в конкурсе этнического и регионального кино. Среди участников авторы из Татарстана, Хакасии, Бурятии, Якутии и Чеченской республики. И вот что интересно. Оценивать картины, снятые в регионах, будет корейский киновед Хонг Сангву. Все внимание приковано к основному конкурсу игровых фильмов. Среди претендентов на победу немало уже титулованных авторов. Так, картина «Подбросы» уже получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Кинотавр». Тем интереснее будет понаблюдать, кому достанутся в итоге статуэтки «Ане». Чебоксарский фестиваль расширяет и географию. В этом году в программе специальных показов австралийские ленты. На 12-м по счету кинофоруме немало именитых гостей. Сегодня мы успели встретиться с режиссером Борисом Грачевским, с народным и заслуженным артистом страны Александром Пашутиным и известным актером из Парижа Бибино Сэри. Международный фестиваль взял уверенный старт. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.